С вами был Лавцев Михаил, и мы находимся в отеле «Азимут», город Сочи. И сейчас мы посмотрим на наш номер в отеле «Азимут». 12 корпус, 812 номер. Заходим в наш номер, и что мы видим? И мы, конечно же, видим нашего лидера Лилию Донскову, которая уже расхаживает по номеру. Шикарный белый санузел, все чистенько, везде подсветка. Дальше двигаемся. Огромная кровать двухспальная. Как раз знают, как подойти к семейным парам, работающим в Oriflame. Донскова Лилия и Булавцев Михаил. Такие вот. У нас тут сумки прикольные, такие из натуральной ткани. Маечки. И в конверте. Там в конверте у нас сертификат. Расписание. Браслеты, которые нужно всегда носить. Сейчас оденем. Пошли дальше. И пошли посмотрим на вид из лоджии, из террасы. Слушай, тихо. Смотри, какая красота. Друзья, вы видите? Здесь так тепло, кстати, вообще. Огромная лоджия, так уютно. Стеклянная полностью. Вау. Мы находимся на восьмом этаже, у нас открывается потрясающий вид. Что это такое красивое? Круто. Очень круто. Итак, Лиля, пару слов еще. Я в восторге. Мне очень нравится путешествовать с Oriflame бесплатно. Ребят, надо ездить. Просто надо захотеть, собраться, выполнить квалификацию и ехать обязательно. Нельзя пропускать такие моменты в своей жизни. Знаете, вот с Oriflame действительно столько всего в нашей жизни случилось классного. И это только начало. Все еще впереди. До встречи. Мы скоро еще к вам идем. Пока-пока.